Добрый день, уважаемые подписчики! Вашему вниманию представляем автомагнитолу Unison на базе процессора S400, 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт внутренней накопительной. Данная магнитола имеет у нас форм-фактор 9-дюймового планшета. Устанавливается она в автомобиле Kia Mojave 2012 года. Выглядит это вот таким вот образом. Переходная рамочка заместо штатной магнитолы с небольшим выступом. Черный матовый цвет. Хорошо, экономично вписывается в пространство салона. Поддерживается управление кнопками на рулевом валу. Здесь 6 клавиш, все они работают. Помимо этого, магнитола в данном варианте подключена к штатному микрофону для громкой связи. Проверили с хозяином автомобиля. Качество передачи звука ему понравилось. Вот, подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе последних новинок автомагнитол Unison. Пишите комментарии, задавайте вопросы. До скорых встреч, пока!